В Яндексе есть классная штука, когда мы загружаем объявление в самом интерфейсе Яндекс.Директа, показывается, какая цена за клик по этому объявлению. Исходя из этого, можно оценить примеры расхода, поставить максимальную цену за клик. Есть такая фишка в Гугле, есть, называется она, господи, сейчас открою, даже вспомню, как она называется. Оптимизатор цены за конверсию, вспомню. Нет, вру. Оптимизатор цены не за конверсию, просто. Так, сейчас я открою, посмотрю, чтобы вам не врать. И даже покажу, как она выглядит. На какой-нибудь рекламной кампании. Сейчас, господа, уж извиняюсь, интернет будет немножко подтормаживать, потому что у меня и трансляция идет одновременно, и все остальное. Так, мы заходим в нашу рекламную кампанию на поиске. Правда, я думаю, сейчас, кстати, наверное... Ладно, пусть будет на поиске. Сейчас ключевые слова откроются. Даже, кстати, для групп объявлений, вот то же самое, вот на ключевых словах, на группах объявлений есть такая вот кнопочка, называется она «Симулятор ставок», где вы можете, в принципе, выставить ставку и посмотреть примерное количество показов и примерное количество, ну, кликов оценить здесь крайне сложно, но можно посмотреть хотя бы количество показов. Вот вам, в принципе, равноценная замена.